Вот это наши эти, как их, жирихи, во, которых мы наловили в первый день. Вот они висят, балык будет из них. Такая красота. А погода, сами видите, прекрасная. Астраханская, теплая, солнечная погода. На улице преимущественно плюсовая температура. Идет небольшой снег. Вода плюс 2, поэтому падать из лодки не рекомендуется. Из каждой бударки вылили литров по 200 воды. Идет активная работа, помпы работают, насосы в перегреве. Всем здрасте, кого не видели. Вот Мишка у нас укладывает веревки. Михаил Юрьевич, ты готов? Да. Самас поймать. Самас? Самас. Никогда его не ловил, но очень готов. Все. Миша, подсос не трогай. Вот собрались бравые рыбаки. Взяли водки и бензина один к одному. Юрий, ты разрешение на съемку давал? Вечером узнаем. А у него ящики у них большие. И приманок, видимо, невидимо. А рыбы тоже невидимо. И рыбы невидимо. Настоящие профессионалы, они даже из дома не выезжают никуда. Есть такие, там остались. Да, диванные троллингисты. Включил канал «Охота и рыбалка» и поплыл. И осетров доставать. И переходим в теорию. А здесь практики, вот она. Так, ну все, готовы. Как яйца готовы. Бойцы невидимого фронта. Блестят и расчесаны. Давай, толкайся. Отвязывайся. Отвязался. Да. О, теперь начинаешь шоу. О, доставай весла. Повтор. Повтор шоу. Ты смотри, блин, взял за весла. Ладно, давайте вам удачи. Так же. Спасибо. Давай, камеру мутил, уходящего снимем. Да-да-да. No peace. Дорогу в один конец. Все, ребята поплыли в Казахстан. О, Мишаня, ящик под рыбу. У нас-то рыба точно будет. Да. Мы же эти, как его, бравые рыбаки. Ну как, поймали? О, сколько сазанчиков наловили. Это сазанья икра. Икра. Все, ребята, пошли мы за жирихами и судаками.
краткий миг, так что получайте от нее по полной. Ну что ж, ребят, будем пробовать здесь половить судака. Есть. Флажок от компании XXL Fish. Пока еще никто ничего не поймал, а мы уже словили. Ой-ой-ой-ой-ой, какой писюлек! Ура, у нас есть живец! Ура, живец на щуку есть! Есть там побольше разве? А вот сейчас я проверю. Беги. Ну ладно, главное, что ловится. Ловится на флажок. Вот такой вот. На украинский флаг, ребят, ловится. Расцветка такая. Желто-бакитный. Так что компания XXL, спасибо за такие приманки, на которые ловится. Вот, ребят, видите, Мишка как ловит. Ему лень стоять, он присел, удочку поставил и крутит. Оп! Блин, был. Был удар опять у меня. Расскажи. То есть двойник подается вот таким. Угу. То есть его немножко растягиваешь. Угу. Чуть-чуть растягиваешь. Берешь рыбку и примеряешь. Где у тебя должен быть прокол, uh-huh. Я имею в виду. То есть вот прокол должен быть на уровне вот этого пальца. Uh-huh. То есть берешь и прокалываешь. Вот, получается вот так вот. Uh-huh. И заводишь рыбку вот сюда. Вот так получается здесь сначала. Uh-huh. То есть. И просто уже проталкиваешь двойник сквозь. Ага. То есть потихонечку проталкиваешь рыбку. Все. Ага. Для чего мы разъединяли двойник, растягивали двойник? Для того, чтобы не порвать вот это место. Ага. Все. То есть понятно. Готово. То есть мы берем. Есть? Вот, Михаил поймал судачка. А, промазал, да? Еще взял, да? О. Туда прям ближе к траве. Ага. Можно, Миш, можно бросать туда. То есть везде, то есть единственное по прямой вот здесь вот где-то коряга зацеп. Ну, вот, поэтому я спрашиваю, много немного. Вот. Я сейчас вам плюза чуть-чуть побольше поставлю. Ху-ху-ху-ху, волну гонит какую. Держись. Ну, когда удар, когда у тебя удар, ты должен подсекать в любом случае. Он не должен садиться сам по себе автоматически. Мишка забагрил. А, не. Миша забагрил, да. Я думал, это ты Миша не поймал. Вот так. Ребят, за это место, если вас поймать, вы тоже так же растопыритесь.
Чуть больше резинки сам, зараза. Стоят, да? Лучшие. 200. Уже съедабельный. Уже съедабельный, говорю. 200. Ну, вот, ребят, я тоже сейчас поставлю себе вот такой флажок. Попробую на него половить раз. Покрупнее стал судачок. Попробуем. Удар был, да? Ну-ка, ну-ка, пойду я этих ух ты блинов половлю. Ух ты блин, я люблю это. Не, у меня долго падать будет. Вот, у Мишки-то флажок взяла. Сегодня моя первая рыбка. Мишка обрыбился у нас. Опять ты берешь за половину удилища. Задницу. О, какая птица. Орель. То есть они заходят в определенное время. Это рыба. Она такая гладенькая, такая, знаешь, такая. Полосатенькая, гладенькая, берет в руку ее. Прям гладкая. Вот такие. Вот такого размера. То есть, ну, представляешь себе, судак 30 инчек. Ну да, да. То есть он живоглотающий. Он не как наш, рубит рыбу. Он живоглотающий, в каком смысле? Он берет малька, и он просто всасывает и все. У него нет зубов у американского судака. А, у американского судака нет зубов, да? Нет, это снук. Снук. S-N-O-O-K. Да. Снук. Вот. Этот снук, он как бы, то есть его не добывают промышленным способом, никак ты его не добудешь. Он водится, так называют, в смешанной воде и в пресной воде. То есть он в океан выходит, вдоль берега ходит. Ну, то есть во Флориде, со стороны Атлантического океана. Нет, он в заливе тоже есть, ну, в этом, в Мексиканском заливе тоже он есть. Да. Зимой он ловится на, там, январь-февраль, январь-февраль, месяц там есть вообще запрещена на него рыбалка зимой. А летом июнь-июль, август тоже запрещено. То есть 4 месяца в году ты не имеешь права его брать. Ловить ты его можешь. И отпускать, да? Да, ты можешь ловить, отпускать, ловить и отпускать. Вот. То есть, ну и вот эти накидки, которыми ты ловишь, то есть живую рыбу, обязательно у тебя аккумулятор с собой.
специальное устройство для перерабатывания тока 110 вольт. В этом аквариуме 100, где аквариумы продают, кульки, которые пускают. То есть подсоединяешь все это. Компрессор, да. Ведро. Ну, то есть поймал живую рыбу, ну, насадку эту, так называемую, это, живца. В этот бачок посадил, вот они, пустил туда воздух, и они у тебя там живут в ведре. То есть ты стоишь, ну, там на берегу там или где-то там, раз, достал живую рыбку, насадил и вот ловишь. Он ловится в пол воды, не на дне никак, он ловится в пол воды. Пол воды. Очень интересно, рыбалка такая, что... Обязательно флюорокарбоновый поводок вот такой вот. Один крючок большой. На него этот живца. Посередине на флюорокарбоновом поводке груз с ноготь. Чтобы, то есть рыбка, вот эта живая рыбка могла ее, и этот груз как бы, ну... Снимать немного. Да, да, да. И в результате, шевелить. То есть, ну, рыбалки не забываем. Не забываем. А когда, например, октябрь месяц, там я в основном рыбачил, так место называется Себастьян Инланд. То есть там река, то есть Индиан Ривер идет вдоль Атлантического океана. И то есть из этого Индиан Ривер как бы впадает в океан, но в нескольких местах. Вот. И то есть там везде, вот когда ты, например, там из Джорджии ездишь, ну не из нашей, а, то есть штат Джорджия, то вдоль берега до Майами там будут мосты, как бы такие, через реки, которые вот Индиан Ривер, она в нескольких местах. Форт Пирс, там тоже свой мост. То есть у них мосты сделаны, и как бы, ну, река, впадающая в океан, а по бокам реки пирсы, бетонные пирсы, выходящие в океан. И вот с этих пирсов люди ловят. Там камнями завалено, то есть они усилили берега. И вот этот судак, он крутится вот вокруг этих вот каменистых этих. Вот. Зимой он клюет чисто на креветку. То есть на живую рыбу клюет тоже, да. Но в основном ловят креветку живую. Живую креветку. То есть ночью приходишь на этот мост. Фонарь, генератор, фонарь. И они прям поднимаются креветки. Собираются. Вот такие. О-о-о-о. Я тебе серьезно говорю. То есть они вот, ну, у них задняя часть вот такой толщины, не меньше. Задняя часть. И насаживаешь креветку насаживаешь за носик. Вот если у него носик, чтобы она была живая. На дохлую креветку он не будет, да? Ну вот, ребят, Михаил рассказывал маленький такой отрывочек из его жизни в Америке. Он 10 лет прожил в Америке и... занимался там рыбалкой. Я думаю, что у нас еще будет серия именно баек, где Михаил нам расскажет интересный случай. И вообще из рыбалки он рыбак до мозга костей. И я думаю, всем будет интересно послушать, что вообще, какие были интересные случаи в жизни и что происходило. Так что давайте дождемся. Это у нас так вот был, пока пили чай, вот такую историю немножечко рассказал о правилах, о способах ловли американского судака. Обязательно два лумиса лежит, две стеллы. То есть все причитал. Я в пятницу вечером я выходил с работы, садился и ехал на рыбалку. В воскресенье вечером я только приезжал. Когда заходит Redfish, Tarp, он заходит. То есть этот малек заходит в эту реку, и вся крупная рыба скапливается для того, чтобы ее есть. То есть волны, и вот эта крупная рыба. То есть ты просто кидаешь какую-то наживку туда, эту рыбу. Просто, то есть остановить невозможно. То есть такие выплывают. Так, ребята, да, сюда его прям. Мишки, рыбка поймалась. Сошел, что ли? Есть, ребята.
О, тоже есть. Опа. Ах, о, хорошо. Вот он, вот он, вот он. Вот он, красавец. Пусть, пусть, пусть походит. Пусть походит. Опа, есть, ребятки. Красавчик. 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 О, подцепил. Хороший. Хороший. Еще, ребятки, есть у меня. Посмотрите. Что со спиннингом происходит? Волжанка держит. Отлично. Где-то он тут уже у нас. Рядом. Вон он. Вон красавчик. Вот он красавчик. Тихо. Хороший. Опа. Отлично. Отлично. Вот так, ребятки. Я вроде тут что-то... Что-то я понял. Плоскогубчики, да, Миш? Вот он, посмотрите, весь в пиявках стоит. То есть он только-только просыпается, еще жерех. Вот, ребята, у Мишки взял. Мишки взял уже хорошенький. Блин. Спокойно. Спокойно. Есть. Отлично. О, хорошенького взял Миша. Молодец. Ох. Дай-ка я его приголублю. Вот это Миша взял жереха. Не мешай пока. Ох, ребят, посмотрите, что творится. Такой пободаться-то. Багор. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо. Пока.